Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна. Вы на канале Семена Партнер, и сегодня будет для вас календарь работ на март. Присоединяйтесь. В моих руках баклажан Андрюша. Посмотрите, какая чудная рассада. Все листочки здоровые, нет ни болезней, ни вредителей. Я не устаю говорить вам, что рассада ни в коем случае не должна останавливаться в росте. Изначально баклажаны я сеяла в торфяные таблетки, затем пересадила в горшочки 500 мл с выдвижным дном. И сегодня пришло время увеличить объем их жилплощади. Желательно пересадить в 2 литра, но еще лучше в 3 литра. Давайте нажмем на донышко и посмотрим состояние корневой системы. Корешки плотно оплетают земляной ком, они белые и здоровые. Самое время для пересадки. На дне горшка большие дренажные отверстия. Чтобы не вытекал грунт, я кладу на дно нетканую салфетку. На дне кашпо всегда скапливается влага, и это чревато корневыми гнилями. У меня свой секретный идеальный дренаж. Лучше не использовать керамзит, хотя он тоже неплох. Лучше использовать циолит и кусочки угля. И не экономьте, стоит такой дренаж недорого, но все эти компоненты в итоге попадут на ваши грядки. И урожай будет выше, и полезная микрофлора будет развиваться лучше. Плюс в циолите есть кремний. Взрослую рассаду баклажанов при пересадке я не заглубляю, ну разве что на сантиметр. При каждой пересадке не забывайте добавлять в воду биологический фунгицид. Я буду использовать свое любимое живое удобрение. Также для обеззараживания вы можете использовать таблеточки Аллерин и Гомаер. Эти два препарата используют совместно. Из этих препаратов нужно приготовить рабочий раствор по инструкциям. Также можно взять глиокладин и в сухом виде положить таблеточки в зону корней. Для вашего удобства все препараты и удобрения, с которыми мы работаем, теперь есть на сайте Семена Партнер. А самое главное, что мы уверены в качестве, потому что все препараты закупаются напрямую у производителей. Март – это месяц основных посевов. Посмотрите, сколько у меня малышни навсходило в торфяных таблетках. Я насеяла много сортов мяты, а один из сортов называется ментол. Название очень вкусное, очень приятное и многообещающее. Вот они, малышки. Посев был поверхностный, без всякой стратификации, и таблетки стояли под агролампой. Сегодня будем пересаживать. Я просто обожаю мяту. У меня на даче растет большое количество сортов. Я хочу, чтобы девочки знали, что мята – это одно из немногих растений, которые накапливают в своих тканях большое количество кремния. А кремний – это наши красивые волосы и красивые ногти, и вообще скелет. А еще мята успокаивает нервную систему, поэтому нам, девочкам, у кого гормональный фон нестабильный, этот чай нужно пить кружками.
Мята отлично размножается при помощи зеленого черенкования. Заходите в овощной отдел в любом супермаркете и выбираете по дате свежую мяту. Обычно зеленые веточки мяты лежат на подложке и завернуты они пищевой пленкой. Берите, нарезайте черенки, ставьте в воду. Вот таким вот способом я получаю каждый год большое количество посадочного материала. А самый класс состоит в том, что уже дома на стадии выращивания можно снимать урожай. Побеги сильно вытянулись, поэтому мы их будем обрезать, чтобы кустики были более пушистыми. А то, что собрали, отправим сегодня в чай с лимоном. Аромат просто потрясающий. Еще одна культура, которую каждый год я выращиваю поверхностным посевом семян в таблетке, это стевия. Стевия в 30 раз слаще сахара, поэтому ее называют медовая трава. Если один листочек стевии вы положите в чашку с чаем, вы почувствуете очень сладкий вкус, при этом там 0 калорий. Стевиозид натуральный продается в магазинах. Это вещество, которое уже в 300 раз слаще сахара. Его знают люди, которые болеют сахарным диабетом. Это заменитель натуральный сахара. Также можно эти листочки самим сушить, но скажу честно, мне в заготовках, то есть в чай, не нравится стевия. И я ее выращиваю исключительно для того, чтобы летом добавлять в лимонады. Летом в жару на даче мы часто и себе, и нашим детям отказываем в лимонаде и правильно делаем. Ничего полезного там нет и огромное количество сахара и различных подсластителей. Так вот, со стевией можно готовить натуральные лимонады. Газированная вода, ваши ягоды, лимон и стевия. А еще стевия – это просто кладезь полезных веществ. Можете почитать информацию в интернете. Но, к сожалению, у нас стевия не зимует, поэтому и приходится высевать ее каждый год. В этом сезоне я выращивала петунии в 3 этапа. Буквально несколько растений посадила в очень ранние сроки, чтобы получить пышное цветение в начале сезона. Посмотрите, какие они шикарные. Для своих кашпо я делаю абсолютно бюджетные системы подвеса. Просто приобретите вот такую ниточку и при помощи простейших узелков делайте подвесные кашпо. Такую систему подвески можно использовать как на дачном участке, так и на балконе. Ну а далее перед вами мой любимый гибрид, который называется Ванесса. Итальянская селекция с геном мужской стерильности. Эта петуния была посеяна 2 февраля и зацвела она, не представляете, ровно через 44 дня. Это к вопросу о том, а можно ли сейчас еще посеять петунии. Получается, что эти петунии посеять можно. Сформировались кустики самостоятельно. И сейчас перед вами 3-я партия петунии. Вот так она в принципе должна выглядеть. Вот в эти сроки нужно делать основные посевы, потому что торопиться на самом деле некуда. И пересаживать я буду сегодня из таблеток гибрид, который называется Виолетта. Довольно часто неопытные цветоводы жалуются, что всходы петунии ложатся. Это черная ножка. И все мы с вами знаем, что такое бывает, когда петунии сеют в чрезмерно кислый грунт, когда петунию чрезмерно поливают или когда вовремя не открывают укрытие, пленочку или парник, и от переизбытка влаги растения ложатся. Но есть еще одна причина черной ножки. Они почему-то говорят мало. Это нехватка света. Когда у петунии корневая шейка вихляется, то есть ваша рассада немножко вытягивается. Посмотрите на мою таблетку. Рассада совсем маленькая, но она очень крепкая. Она не вытянулась
ни грамма, и у нее насыщенно зеленые листья. Вот такая петуния от черной ножки не пострадает. Поэтому, если вашим петуниям не хватает света, поднесите их ближе к агролампе. Или сейте сейчас, когда уже естественного света вполне хватает, чтобы вырастить качественную рассаду. Чехольчики с таблеток я всегда предпочитаю снимать. Просто делайте это аккуратно. Если немножко корешков оборвется, ничего страшного. Бегонии – красиво цветущие растения, которые при хорошем и грамотном уходе будут радовать вас цветением до первых заморозков. Чтобы сэкономить и не покупать дорогие готовые растения, купите клубни. Я положила клубни бегонии на проращивание на слегка влажный кокосовый субстрат, но клубень вдавила, ни в коем случае полностью, а грунтом не засыпала. Накрыла пленкой. Сделала отверстие для воздухообмена и поставила на свет, но не на прямые солнечные лучи. И как видите, клубни быстро проснулись и побеги пошли в рост. По мере роста побегов буду подсыпать плодородный грунт. Основное условие при выращивании бегоний ни в коем случае не переувлажнять. Продолжаем свою работу. Перед вами моя рассада и устомы, и вы часто задаете мне в социальных сетях вопрос, а нужно ли формировать и устомы, то есть обрезать макушки, чтобы она лучше кустилась. Это карликовый сорт и устомы. И как видите, здесь уже есть бутоны. Он пышный и ни в какой формировке, соответственно, он не нуждается. Это уже высокорослый гибрид и устомы. Посеян он в эти же сроки, что и карликовый. И как видите, у него тоже уже есть бутоны. Формировать такие и устомы или не формировать, вы выбираете по собственному желанию. У половины высокорослых сортов я обычно над четвертой парой листьев обрезаю макушку, а у части не обрезаю, чтобы получить более раннее цветение. Перед вами результат формировки. Я делала 2 недели назад обрезку макушек, и как видите, в пазухах уже начали расти боковые побеги. Всю свою рассаду, пока она маленькая и подрастает, я кормлю эликсиром №1 для рассады. Это удобрение абсолютно натуральное, оно концентрированное, экономичное и при этом недорогое. И самое главное, что я хочу до вас донести, в этом эликсире для рассады огромное содержание фосфора. Именно фосфор нам нужен для мощной корневой системы. Когда моя цветочная рассада уже должна перейти к цветению, когда она повзрослеет, будет закладывать бутоны, я начинаю ее кормить эликсиром №1 для цветов. И в этом эликсире для цветов уже большое содержание калия. Именно он нам нужен для цветения. Но никак не азот и никак не фосфор. Хотя тоже элементы питания эти присутствуют, просто они уже в небольшом количестве. Поэтому эти удобрения составлены профессионалами. И составлены они очень грамотно. И я хочу, чтобы зрители нашего канала разбирались в этих удобрениях. Если вы регулярно смотрите наши программы, тоже, наверное, заметили, что мы работаем небольшим, но дружным коллективом. И посторонних, ненужных производителей, которые нам не интересны или которые производят некачественные товары, у нас просто нет. Для вашего удобства теперь эти эликсиры вы также можете приобрести на сайте «Семена Партнер». Вся моя рассада томатов основная сейчас находится вот на такой стадии. Она только-только дала всходы в торфяных таблетках.
А еще я посеяла в торфяные таблетки капусту. Вот этот набор перед вами. Здесь два гибрида капусты кале или кейл, еще называют русской капустой. Это тинторетто и скарлетт. Два гибрида пекинской капусты – это нежность и гидра. А цветная капуста смила и брокколи, конечно же, маратон. Именно эти виды капуст, в принципе, нормально переносят комнатные температуры. Сейчас у нас жарко, и точно можно вырастить раннюю рассаду. Причем выращивать цветную капусту или капусту пекинку можно не в один оборот. Поэтому, если у вас нет места, можно ее посеять ближе к осени. Например, на рассаду цветную я сею еще раз в июне. А белокочанную капусту я сею исключительно в теплицу. Дома она расти у меня никак не хочет, слишком жарко. Я сделаю это буквально на днях, поеду на дачу и сделаю посев. Чтобы получить хорошую рассаду капусты, и не только, пожалуйста, старайтесь проветривать помещение и снижайте ночные температуры. У меня есть небольшая теплица 2х4 метра, то есть 8 квадратов, она оснащена инфракрасным обогревателем. Именно в ней я выращиваю самый первый урожай, совсем немного. Например, там будет расти всего 4 огурчика и 4 ранних томата. Для этих целей я выбрала уже проверенные и надежные гибриды Верочка и Любаша. Посмотрите, какая классная и коренастая рассада с толстым стеблем. Буквально вчера я удалила со стволика рассады семидольные листочки. За сутки ранки поджили. Не хочу, чтобы при пересадке туда попала хоть малейшая инфекция, потому что рассаду я сейчас буду заглублять. Очень люблю это делать, мне нужна дополнительная корневая система. Классная корневая система – залог высокого урожая. Еще раз напомню, ни в коем случае не давайте вашей рассаде останавливаться в росте. Если какое-то время нет у вас возможности пересадить, то временные тесные условия можно компенсировать подкормками, но недолго, буквально в течение 7-10 дней, не более. Я уже не один раз говорила, что у меня есть эконом-вариант фитосветильников и есть профессиональные светильники. Под профессиональными я стараюсь выращивать самые драгоценные рассады. Это, конечно, томаты, перцы и баклажаны. А декоративная культура находится под эконом-вариантом. Профессиональные светильники фитолет вы тоже можете приобрести на сайте «Семенопартнер». На прилавках магазинов сейчас выставлено просто огромное количество цветов. Конечно же, нам, девочкам, все хочется купить. Что мы с успехом и делаем, а потом не знаем, что с этим делать. Мне, например, приглянулся очередной махровый клематис. Вот что находится в этом пакетике. Вытянувшиеся белые побеги, но вполне здоровые корешки. Понятно, что это растение нужно срочно сажать, передерживать дома и уже в мае высаживать на постоянное место. Как же правильно его посадить? На дно горшка в обязательном порядке насыпаю слой дренажа. Вот что не нужно делать, так это ни в коем случае не подгибать корешки клематиса, если горшок по высоте не подходит. Либо корни подрезайте, либо горшок берите больше. Нет такого горшка, берите пакет целлофановый, делайте узкий, то есть сшивайте сами горшок и сажайте клематис, но не подгибайте корни. Клематис от этого может погибнуть. Нужно насыпать в горшок грунт холмиком и по кругу вот таким вот образом распределить равномерно корешки клематиса. Узел кущения, откуда идут молодые побеги, на данном этапе мы можем с вами не присыпать. Но когда вы будете высаживать клематис на постоянное место, вот этот узел кущения, откуда идут молодые побеги, нужно в обязательном порядке закопать, то есть заглубить на 15 сантиметров.
Если вам нравится наше видео, ставьте лайк и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Нажимайте на колокольчик. Также много полезной информации вы найдете, подписавшись на семена-партнер в Instagram. А у меня еще впереди много работы. Сегодня мне еще нужно успеть нарезать черенки с бальзамина, сформировать плющелистные герани, посадить по отдельным горшочкам сельдерей и посадить черенки пеларгонии. Но и это уже совсем другая история. На днях обязательно сделаем видео. С вами с удовольствием работала Марина Рыкальна. Увидимся. Пока!